Ебарова, Ебарова забеременеть. Вот, родители Лопоухова, Ебарова, сына. Вот, при этом орать, как потерпевшая. Разве вы хотели бы, чтобы ваши дети вели так себя на проекте? Рожали просто так, ложились в постель, беременеть неизвестно кого. За что ей человеку года давать? За то, что она легкомысленно легла без предохранения под Ебарова? За это очень легко раздвинуть ноги и зачать ребенка. А потом этому ребенку всю жизнь испортить. Потому что это ребенка нечем кормить, нечем поить, отца нет. Это что? Поэтому давайте это просто бедным обездоленным давать квартиры. Давайте давать безумной Алене квартиру, потому что она, безумная, легла под Ебарова, 3 месяца знает парня, знает, что у него детей возок по всему миру, уши лопоухи, дети будут такими ушами лопоухи, и у самого 9 классов образования, значит, гены дурака. Давайте ей дадим квартиру. Я нищебродка, нищебродка, мне идиот, живот надул, а ты где была, нищебродка? Мы тебе, конечно, дадим квартиру, конечно, заткнем тебе рот твой за квартиру, но это не пример для подражания, не пример.